Так, всем привет, меня зовут Давид, я занимаюсь созданием сайтов на Тильде, хочу в этом видео кратко рассказать о недавнем проекте, который был собран полностью на Тильде. Это одностраничный сайт, лендинг с одной дополнительной страницей, был полностью собран на Тильде. Задача заказчика была такая, у них был, короче, старый сайт, он прям был очень-очень старый, я вот его уже не смог найти, скорее всего, потому что мы адрес сайта изменили на новый, уже его нету, но вот что-то я нашел, вот это вроде оно и есть. Ну, в общем, был прям такой очень старый сайт, он сложно работал, там все было непонятно, не структурно, не логично, и задача была все это переделать, обновить, сделать нормальный, современный, аккуратный, красивый сайт, где собрана вся информация, все услуги, все их работы, все проекты, и чтобы это все они могли также очень легко и просто сами обновлять и сами вести. И, соответственно, вот мы на Тильде все это и реализовали. Компания занимается изготовлением корпусной мебели в Крыму, это производитель, у них свое производство, вот, и важно было на первом экране показать сразу, что они делают и то, и другое, и третье, и четвертое. Ну, то есть, что у них много направлений. Поэтому здесь я добавил на фон такую анимацию, которая меняет их работы. Также добавил вот такую фишку, которая якобы печатным текстом показывает, чем они занимаются. То есть, изготавливаем первый, второй, третий, четвертый по индивидуальным размерам с гарантией до 2 лет. Все. Из меню сразу можно оставить заявку на перезвон или же можно сразу связаться для таких прям активных и горячих клиентов, посмотреть работы и, соответственно, рассчитать стоимость. Так, листаем сайт, здесь, так скажем, убеждения, преимущества, почему стоит с ними работать и факты, которые нужно знать о них. Это, соответственно, стандартные преимущества их и далее формат расчета стоимости мебели. То есть, в целом, особенно в таких тематиках, вот квизы, как оказалось, довольно неплохо работают, когда мы клиенту предлагаем рассчитать стоимость, потому что окончательной стоимости на самом-то деле нету, не потому что клиент производитель скрывает, а потому что сложно вычислить, поэтому здесь очень много индивидуального, поэтому мы предлагаем рассчитать стоимость, например, какая мебель вас интересует, вот нас интересуют шкафы, далее какой стиль вы хотите, классический, это вот два варианта были предложены именно клиентам. У вас есть проект будущей мебели, есть, допустим, примерный эскиз, у меня средний сегмент. И здесь вот тоже такой прикольный момент, каким способом отправить вам результаты расчета стоимости. Потому что очень часто вы оставляете там данные, заявку в квизе, и вам звонят. А вы, допустим, не хотите, чтобы вам звонили. И здесь, соответственно, я могу выбрать WhatsApp, то есть или Viber, Telegram. Ну, то есть мы даем максимально много возможностей, возможных способов ставить, чтобы клиент выбрал то, что ему удобно. Либо же кто-то выберет, типа, позвоните мне. То есть это уже зависит от клиента. Допустим, я выбираю WhatsApp, не хочу, чтобы мне звонили. Я нажимаю «Далее». И, соответственно, здесь мы не просто говорим «Все, готово, оставь заявку». Нет, мы говорим «Спасибо за ответы». Типа, уже приступаем к расчету стоимости вашей мебели. Оставьте ваши данные, мы свяжемся, чтобы уточнить детали и вышлем результаты способом, который вы выбрали ранее. То есть максимально такой лояльный, так скажем, экологичный подход к клиенту тоже влияет на конверсию, то есть прям охота оставить заявку. Далее пишем имя, пишем номер, и здесь тоже важный момент, не просто отправить данные и получить результат, то есть мы делаем кнопку релевантной тому запросу, который изначально указали, то есть рассчитать стоимость, получить там результат, все. Соответственно, я отправляю данные и хочу получить результат. Клиент получает, то есть, мы получаем заявку и, соответственно, уже связываемся с клиентом, предлагаем ему решение, обсуждаем и уже подводим, так скажем, к продаже. Далее, продолжаем листать сайт, здесь также мы указываем, почему нас выбирают, также, так скажем, преимущества. И далее, посмотрите примеры наших работ. Примеры мы здесь показываем и с фотографиями примеры, и примеры с видео, то есть у них и так есть. Ребята, кстати, молодцы, они ведут Яндекс.Дзен, YouTube, то есть и снимают видеоконтент, и оттуда тоже получают очень даже неплохо трафика к себе на сайт, и, соответственно, это все у них конвертится в клиентов. Вот, здесь, вот как раз таки изначально я говорил, что это в целом лендинг, одностраничный сайт, но у них есть дополнительная страница, как раз таки это страница с портфолио, то есть вы когда кликаете на направление, там кухни, шкафы, прихожие, гардеробные, у нас открывается дополнительная страница, где, соответственно, уже можно сразу посмотреть более детально, то есть это прям отдельная страница с такой удобной навигацией, то есть мы выбираем фото или видео, во-первых, а во-вторых, если фото, то выбираем какое именно направление, то есть, допустим, прихожие, и, соответственно, мы смотрим прихожие. И здесь все очень удобно сделано, клиент может уже в личном кабинете своего сайта сам редактировать все это очень легко и просто, и, соответственно, самостоятельно обновить фотографии, удалить, редактировать и так далее. Есть также вот кнопочка наверх, потому что контента здесь очень много. Это прям такая страница с портфолио, как в Пинтересте. Вот. Далее, бесплатная консультация от руководителя. Здесь тоже такой момент, что мы, во-первых, показываем самого руководителя,
его фотографию сделали. Смотрите, здесь мы не просто пишем «запишитесь на консультацию», а мы говорим, что там будет. То есть, если вы еще не знаете, там, с чего начать, какие сроки рассчитывать, какой бюджет, просто оставьте ваш номер, я свяжусь. То есть, очень простая форма, просто номер и получить консультацию. То есть, нам не нужны никакие лишние данные. Да, можно было бы оставить имя, но в целом имя можно и по ходу спросить. То есть, это не так уж и сложно. Зато здесь все очень просто. Оставил номер, получил консультацию. Все. Далее, продолжаем листать этапы нашей работы, то есть что, зачем идет, здесь сразу все понятно, и все, то есть свяжитесь с нами любым удобным способом, звоните, пишите, подписывайтесь или просто ставьте заявку, то есть любой формат коммуникации здесь есть, то есть для каждого клиента, то есть даже Viber, который, ну, прям супер редко используется, просто он клиент попросил подключить и Viber, видимо, у них есть клиенты, которые действительно на Viber, ну, с Viber всеми общаются, как бы, почему бы нет. Сайт полностью адаптивный, то есть с любого устройства мобильного также сайт открывается полностью без проблем, также все считывается, все также очень просто и понятно. Вот, как бы заказчик остался полностью довольным, никаких проблем нет, сайт полностью работает. Если вам также нужен сайт, лендинг, интернет-магазин, одностраничный, оставляйте заявку, пишите мне в Telegram, обсудим, проконсультирую я вас и еще тоже можем сработаться. В целом все.